Что-то у нас МИД защищает исключительно торговцев оружием и шпионов. А когда братский режим диктатора Лукашенко просто арестовал на своей территории вице-спикера Думы Ирину Хакамаду и главу парламентской фракции Бориса Немцова, так МИД ни одного словечка в их защиту не сказал. Понятно, рыбак рыбака видит издалека. Я думаю, что больше всего МИД боится, что Вуд что-нибудь расскажет о том, на кого он работал, войдет в сделку с правосудием, чтобы меньше сидеть. И я думаю, недалек тот час, когда кто-нибудь в Думе станет, как это было с Адамовым, который там занимался нашим атомом, и предложит Вуда убрать, пока не разгласил секреты. Так что я бы на месте Вуда не очень полагалась на таких симпатизантов.